Люди писали жалобы, управляющие компании тоже. Никто не хотел платить за обогрев улицы. Антимонопольная служба пошла в суд и через 2 года дело выиграла. Энергетики говорили, что не виноваты. Регулировка тепла – это дело ЖЭКов. Надзорники настаивали, что за температуру в отопительной системе отвечает и ТЭЦ, и сетевая компания, а не только управляющие компании. Победа в суде не означает, что будет перерасчет. Здесь нужно обращаться в свои управляющие компании, конечно, там определенный порядок о перерасчете имеется. То есть это уже как бы антимонопольный орган здесь не будет участвовать. Другими словами, людям самим нужно возвращать деньги, и пока непонятно, как это делать. В то же время тепловики подают апелляцию. Они считают, что в суде не был установлен факт получения компаниями выгоды, а значит, есть шанс штрафы отменить.